На волне обсуждения участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой всплыли подробности инцидента, который певец пытался скрыть. Теперь певцу может грозить наказание по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью с наказанием до 3 лет колонии. Выяснилось, что еще в сентябре на юбилейном концерте Ани Лорак народный артист толкнул в спину одного из охранников, некоего 36-летнего Александра. Перед этим они сцепились в словесной перепалке. Секьюрити не дал разрешения Киркорову провести группу людей за кулисы, из-за чего тот начал бурно возмущаться. Закончилось все тем, что охранник повернулся спиной, а затем получил подлый удар в спину. В результате охранник упал и получил травму. Растяжение связок правого голеностопа. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в зрительном зале. Киркоров свою